Здравствуйте, хочу записать очередной видеочет по нашим сеансам с Давидом и о наших изменениях у Дениса. Вот я до этого записывала видео, говорила, что не стал намного меньше истерить, у него нет уже этих истерик, как были раньше. Он стал выполнять просьбы, конечно, еще не все просьбы, но если его что-то попросить, он может сделать, как бы и не платит, хотя раньше он плакал, не хотел это делать. У нас остались, конечно, проблемы с пониманием речи и с самой речью. И еще у нас была такая не очень хорошая привычка у Дениса. Она у нас началась, когда Денису не было еще 3 лет. И продолжалась вот, ему сейчас 5,5 лет, и он все это продолжал делать. Это у нас, мы называли это прыжки. Конечно, на прыжки это было не очень сильно похоже. Он садился на коленки и как-то пружинился, у него были непонятные движения. Я рассказала об этом Давиду. Давид попросил записать видео и показать это видео Денису, а потом прислать Давиду. Я так и сделала, записала это видео с его прыжками, показала Денису, а потом отправила Давиду. Вот, Давид сказал, что это не совсем хорошие прыжки, что это нужно прекращать. Вот, посоветовал нам делать массажи, и мы делали еще сеансы, конечно, проводили сеансы. Вот, Денис стал намного меньше прыгать. Мы делали этот массаж, массаж этот есть на канале. И вот, у нас стали прекращаться эти прыжки. Если раньше у нас он продолжал прыгать, мы когда говорили ему, что нельзя или еще что-то, Денис психовал, уходил в другие комнаты, но прыгать он продолжал. Он просто прятался, где-то там начинал тихо это делать, чтобы мы его не слышали, что он это делает. Когда мы запрещали, у нас были истерики со стороны Дениса, а сейчас это, если даже он не прыгает, то это происходит раз в неделю, и это продолжается недолго. Если мы говорим, Денис, нельзя так делать, то он нас понимает, и он прекращает это делать. Хотя до этого так не было. Я говорю, мы вот боролись очень долгое время, не год, не два, получается, почти 3 года мы с этим боролись и не могли ничего сделать. И вот, а сейчас это стало намного меньше. Надеюсь, что в скором времени он вообще прекратит таким заниматься, этими непонятными прыжками. Хочу, конечно, сказать большое спасибо Давиду за его помощь, за то, что помогает нам так сильно с сыночком, потому что сыночек как-то стал другими глазами смотреть на мир, смотреть на нас. Прекращаются эти непонятные его прыжки, эти его движения непонятные. Спасибо большое Давиду.